не гоже, блядь. Хо, блядь, вы меня слышите? Нет, тебя никто не слышит. Очень долбоёбы, что Вета, что, блядь, Женя, что, блядь, Йова, Йова, удали папку контры, зайди в Steam и запусти контру, чё ты такой тупой? Попросили. Я у вас спросил, у меня в Counter-Strike есть 5 гигов, и всю её удалять? Да, Молодь, серьёзно объяснил. Я тебя случайно удаляю. А у меня КС весит терабайт, и чё ты... Это же не сама игра, это ее файлы. Понимаешь? Ебать, и чё мне тут ошибку теперь выдаёт? Выкидывай, короче, комп. Вы дебилы, блядь, я нахуй всю КС удалил. Да. А ты чё там удалил? Так ты страйк или контр-страйк, бля, я это же уточнял, бля, дебилы. Я удалил, он мне пишет ошибку, чё тупой. Может, потому что ты... Так, потому что нету КС, бля, чё он качать будет? Страйк, и нихуя ничего нету. Какой школе? Лёша, ты упоротый.